круглый стол управления здоровьем. Ведущая, я ведущая Шорохова Елена Борисовна, соведущая Сергеенко Наталья где-то ушла вот там с малышом, он не умеет на месте сидеть, но я думаю, что она подойдет к нам. То, о чем мы сегодня будем говорить, очень важно для каждого человека. Насколько для нас важно пребывать во здравии. У нас круглый стол, да? Очень важно для всех, если мы пребываем во здравии, я говорю пребывание о здравии как о процессе, да? То есть мы там, в процессе нашей жизни, мы там хотим быть здоровыми. И вот это мы хотим быть здоровыми в процессе жизни, а процесс жизненный-то есть, а процесс пребывания в здравии куда-то затерялся. Мы отдельно хотим быть здоровыми, мы отдельно хотим восстановить здоровье, у кого утрачено. Мы так говорим, да, мы так говорим. Мы хотим, как еще мы говорим? Мы хотим не болеть. Так говорят? Говорим? Говорим. И вот если мы хотим не болеть, а где-то есть болеть, да, и мы этого очень не хотим. Мы по-разному словесно оформляем свою цель, задачу пребывания в здравии, но так нас научили. И вот этот, а если это просто здоровье, когда процесс, то тогда понятно, что им нужно управлять. То есть об управлении говорим. А если просто быть здоровым, утрачивается вот это управление, и многие отдают управление своим здоровьем, то есть мы знаем, что если ты не управляешь каким-то процессом, да, то этим процессом управляет кто-то. Если есть в аудитории люди, которые управляют своим здоровьем, которые пришли к этому управление процессом пребывания во здравии. Так, я вижу, да, кто активно поднял руки, и вы будете активными участниками, не участниками, выразителями идей, да, управления. У нас круглый стол, поэтому все свои идеи у вас будет, ну, желательно тоже изложить, чтобы не я одна тут это хорошо говорила. Итак. Когда мы вот назвали процесс пребывания в здравии, тогда сразу возникает много вопросов. Как управлять? Да? Чем управлять? Каков этот процесс? Процесс нашей жизни или процесс вот как раз пребывания в здравии? Какие составляющие, какие факторы окружающей среды воздействуют на наше здоровье для того, чтобы понимать, как с этим управиться, да? Какое управляющее воздействие выработать для того, чтобы вот этот процесс пребывания во здравии поддерживать, как мы говорим? Устойчиво. Да, устойчиво по предсказуемости, да, и довести до... Как это? Режима автосинхронизации, да? Когда входит здоровье. И тогда человек, ну, если еще вот в этом процессе пребывания во здравии, процессом, вернее, управляют многие программки, которые в нас сидят, да? Мы наработали в течение жизни, начиная с таких программ, как... Какие программки? Не сиди голой. Да? Это на полу, на холодном, иначе у тебя там все отвалится. Это программка, которая действует. Не сиди на сквозняке, там у тебя шею застудишь. Не пей холодную воду, у тебя будет ангина. Как еще, какие программки нам накручивают, да, для того, чтобы работали форточку программки? Форточку закрой. А, форточку закрой, не спите на сквозняке, не ходи по холодной воде, да, босыми ногами ранней весной, а уж на льду сидеть, ну, совсем опасно. И вот эти все программки, они формируют нашу вот поведенческую нашу модель относительно нашего здоровья с вами. И так по жизни таких программ много. И задача нашего сегодняшнего круглого стола, я думаю, обсудить, как формируются программки, как, кто управляет тем самым нашим здоровьем, да, и как сделать так, чтобы мы наработали новые программки и начали управлять процессом пребывания во здравии. Вот, вот задача круглого стола. Кто-то может чего-нибудь добавить к этому? Еще как бы мы хотели видеть вот задачи, которые будем обсуждать на круглом столе? Сейчас проблема наиболее актуальна, потому что все разрушилось то, что было. Я вот выхожу, у себя город 450 тысяч, да? В 8 утра выхожу, никого на пляже. Ну, три пенсионера там ломают эту перекладину, все. То есть давно когда-то
Да, Борис, согласна. Давно когда-то, помните, когда как-то духовно-нравственным воспитанием занималась система, да? Система. То есть системно делали зарядку, везде делали зарядку, по утрам по радио. Слышали потом, когда телевидение широко внедрилось, по телевидению зарядки были и для взрослых, и для детей. Сегодня, правда, на некоторых каналах есть это. Но вот это вот всеобщее, в обеденный перерыв и перерывы, производственная зарядка. Производственная зарядка была. Потом какое-то время совсем ничего не было, полная свобода, свобода ничего не делания, да, в этом в плане вот выстраивания каких-то систем, которые управляют, управляют как раз вот здоровьем, программу управления здоровьем. И мы получаем то, что получили. Сегодня статистика печальная, и все, кто вот здесь находится, да, кто может сказать, что у него нет сколиоза, ну, какой-нибудь там степени. Из школы выходят уже, то есть статистика говорит, что 90% школьников, которые выходят из стен школы после 11 класса, имеют вот этот диагноз сколиоз разной степени и разной формы. Сколиоз, кифоз, лордоз, да, ну и так далее. У кого сегодня нет различных других диагнозов? Кто сегодня защищен от этого вируса гриппа так, чтобы иммунная система могла сработать и ответить, иммунный ответ, чтобы был очень быстрым, высокая температура, и все, да, и человек на следующий день здоров. Вот эти все моменты, очень много, и много очень различных факторов, которые влияют на наше здоровье. Питание, что еще, воздух, который мы дышим, много очень, очень много. И все сразу обсудить, какие факторы окружающей среды влияют на формирует нездоровье, скажем так, да? И как, учитывая все эти факторы, все-таки управлять процессом пребывания в здравии и насколько это возможно, вот пребывать в нем. 100%. Может быть, имеет смысл ввести понятие норма для человека? То есть, что такое здоровье? Что такое здоровый человек? Ну вот мы это будем обсуждать, что мы будем вот считать нормой. Я не буду вводить никаких норм, потому что это наш вот как мы будем, по каким параметрам мы будем определять, насколько человек здоров. Вы по каким параметрам определяете? Вот вводная так совсем маленькая. Что тут говорить? Нужно переходим к обсуждению. Да? Вопрос такой. Вот я уже говорила, ну и вот вопрос возник, по каким параметрам будем определять, здоров человек или нет. По ощущениям возникло, да? Как человек себя ощущает. А по каким ощущениям? Пожалуйста, имя называйте так, чтобы мы все, да, меня еще раз? Павел. Угу. Когда человек чувствует себя хорошо, он и чувствует себя хорошо, ему приятно, он ничем не отягощен, ни морально, ни физически. Вот это, в принципе, можно. Меня зовут Иван. Значит, я очень долго боялся зубных врачей. Ну и в результате не ходил, естественно, там что-то запустил. Человеческий организм устроен так, что вот если взять иголку и тыкать в одно место, через какой-то промежуток времени уже будет не больно. Вот, ну и набравшись воли, я пошел к зубному, и он мне вырвал зуб. И когда на следующий день я проснулся, я только тогда понял, что у меня какая-то боль ушла. Вот ее раньше она была, но я ее уже не чувствовал, да. И для меня это была норма. Что, вырвал? Это же с наркозом. Без наркоза я к нему на пошлину выстрела бы не подошел. Ну вот, смысл в чем? Зуб вырвали, и боль ушла. А я не знал о том, что она была вообще, в принципе, я не знал. То есть, может быть, у меня что-то есть, а я не знаю. Как об этом узнать? Да, то есть я привык. В себе привык, там привык к этому состоянию, и оно стало нормой. Да, у меня настроение хорошее, допустим, я так утрирую. То есть вот как избежать каких-то скрытых внутренних дефектов, к которым организм уже привык и не влияет на настроение. Вот допустим, да, у меня все хорошо, но я не знаю, может быть, это должно быть еще лучше. Ну, в этом плане ты счастливый человек, да, то есть боль для тебя незнакомое состояние. И непривычное. Вот для, и привычное состояние. У некоторых людей боль ощущается очень
сильно, да, и она так, красной лампочкой горит вот здесь вот в каком-то отделе мозга, да, боль. И через эту боль человек не может думать ни о чем больше, кроме этого. И мысль у него возникает такая, не вижу, Лен, мысль возникает такая, я бы все отдал, да, чтобы это убрали у меня. Так тоже бывает. Вот для меня, я уже давно определила, что значит для меня быть здоровым. Если я утром проснулась в 6 часов, увидела солнце и обрадовалась этому, и в голове у меня возникла радость, я считаю, что я здорова. И вот такого бывает редко. Вот такое вот состояние бывает для меня редкое, чтобы я и выспалась, и радость увидела, и солнце увидела, еще чего-то. В основном просыпаешься, потому что пора вставать, и потому что уже не выспался, и потому что еще куча всяких дел сразу с утра накидывается. И для меня здоровье – это когда чистая, светлая голова, и ты видишь окружающий мир. Это для меня здоровье. Во всем теле сразу хочу сказать, что здоровье – это труд. И чтобы люди знали, что здоровье не просто так. И с самого детства все наши органы, они трудятся. Они подсознательно работают. И вот в советское время вводилось вот это все постоянно. Но нужно просто осознать, что чтобы быть здоровым, нужно постоянно, регулярно трудиться в этом направлении. И в направлении физического развития. Допустим, до возраста 21-24 лет, это два цикла идут, 12-летних, да? Там идет динамическое в основном развитие, потому что идет развитие костной, мышечной там системы, разных систем. Поэтому динамика очень хороша. Затем йоговская система, статика, когда идет массаж внутренних органов. То есть надо понимать, что на протяжении всей жизни человека, человек циклами развивается, у него включается определенная кодовая программа. И это в том числе и по отношению к здоровью очень важно. И важно, допустим, есть очищающие программы, есть йоговские программы. Очищающие я несколько программ на себе испытывала. Там не голодание, я хочу сказать, это разные вещи, пост и голодание. Допустим, вот 26 дней на воде, допустим, на очищенной. То есть это, кто заинтересуется, я могу отдельно поговорить, это очень серьезная вещь. Вот. То есть не просто сбрасывается там вес, допустим, пережигается, а сейчас доказано, что и в наших жировых клетках стволовые клетки есть. Кроме набора питательных веществ, и когда у нас они плавятся, то организм ремонтируется, восстанавливается за счет того, что эти стволовые клетки и все микроорганизмы попадают в наш организм и восстанавливают разные органы. Вот. К сожалению, очень мало у меня, но я тогда работала, всего 7-дневный у меня был сухой пост, то есть без воды и без еды, в результате которого практически все заболевания, которые у меня были, они у меня ушли. Вот. Кто заинтересуется, я могу потом отдельно поговорить на эту тему. Хорошо. Обращайтесь за более подробной консультацией, да, если есть в этом надобность. Итак, вот продолжаем обсуждение вопроса, да, по каким параметрам мы определяем, насколько еще кто-нибудь, вот кто еще по каким параметрам определяет, как он здоров сегодня или вот немного? По анализу крови. Нет, ну, в принципе, мы же и пришли к тому, что либо присутствие хороших ощущений, либо отсутствие плохих. Да, все. Хорошо, значит, все, больше предложений никаких не поступило. Продолжаем. Как-то вот долгий такой поиск вот этих вот всех моментов, думания о том, как пребывать в здравии, как управлять процессом пребывания в здравии, получается, то есть нужно поддерживать ту целостность, да, которая задана изначально. Если... Да, если поддерживать, то есть управление, поддержание, это все, вот как раз вот и есть труд. То есть понимать, хоть немного, хоть чуть-чуть, постараться вникнуть вообще, что такое физиология, да, понимать, то есть для того, чтобы управлять каким-то процессом, нужно изучить матчасть, да, изучаем матчасть, не только... У меня есть две руки, две ноги, одна голова, если все в порядке, да, два уха, два глаза, один нос, могу ошибиться, да, один рот, перечисляя так.
и так далее. И все внутренние органы для поддержания вот этой суперсистемы в рабочем состоянии, действительно, то есть ее поддерживать надо в рабочем состоянии. А уж как поддерживать? А главное, самое главное, что у нас есть в нашем теле, что мы, какие системки, да, составляют эту суперсистему «Человек разумный»? Кто помнит об этом? Какие у нас есть системы, да? Из каких систем состоит наша суперсистема? Нервная. Опорно-двигательная, нервная. Сердечно-сосудистая система. Что еще мы знаем из физиологии? Эндокринная система. Иммунная система. Система выделения. Система выделения, да. Хорошо. Вот. И дело в том, что анатомию кто-то в школе изучал, а кто-то проходил. И когда мы ее прошли, или нам ее прошли так вот, то есть помогли пройти, тогда, если бы в школе объясняли, что очень физика, химия, анатомия, биология, это мы есть все это, русский язык, мы есть это, да, и не только правила написания каких-то букв, слов, но еще и смысл, если бы, да, если бы вот на эту смысловую часть как-то вот обращали, тогда бы у нас работали замечательные программки, и поддерживать, восстанавливать ничего не нужно. Мы бы были этим, мы бы всегда пребывали в том процессе, который постепенно, с самого еще внутри, с момента до зачатия, раньше, да? То есть, если бы все эти программки выполнялись с нами, и мы знали, как это все выстроить, то тогда бы мы были этим, и управлять особенно-то было бы нечем, потому что все эти процессы, по большому счету, ну и глобально так и есть, управляются каким? Наивысшим, да? Иерархическим, то есть, вот это вот всеобъемлющее управление, мы все под ним ходим, да? И управляются, и задаются все программки изначально оттуда. Потом, как это, под воздействием огромного количества векторов ошибок, да, всяких. То есть это вот как раз программки о том, что можно, что не можно, что нужно, что не нужно. И под воздействием этих программ получаются большие отклонения, незнание этих законов родителями. Дальше это передается детям. И вот эти вот еще программки, как они называются, программки, которые вводят, я их называю программу вирус, да, потому что программист, да, изначально. Вот. А как-то они там. Нет, еще. Ладно, не будем об этом. И постепенно приходим к тому, что либо дети, как это говорят, внутриутробная, да, какая-то инфекция или внутриутробная. Скажите, вот сейчас как-то вылетело слово, да? Как? Внутриутробная неправильность, как это по-русски? Патология. Патология, да, внутриутробные патологии различные. По этой части у меня больше Наталья, да, поэтому вот ее нет рядышком, и все, и... Все это приводит к тому, что вот здоровое население на сколько процентов? Сегодня среди рожденных детей сколько процентов здоровых, условно здоровых, опять же, да, называют цифру различные. И вот со всем этим нужно как-то нам теперь быть. Итак, как восстановить, если утрачена целостность когда-то была, как ее восстановить? Есть возможность восстановить целостность? Запросто. Да. Я скажу, вспомнил про Гиппократа, который до сих пор, по всей вероятности, клянутся медики, которые выходят из учебных заведений. Вот Гиппократ на самом деле заявил в свое время, что организм человеческий рожден, как вы сказали правильно, чтобы быть здоровым. Ну, в принципе, он таким образом сконструирован. Но жизнь человеческая складывается в определенных условиях. И поэтому он сказал, что поскольку организм не должен быть здоровым, при определенных условиях, таких как сон, правильное питание, правильное движение и правильное нервное состояние. Четыре фактора складывают общую картину здоровья. Он говорит, если вы хотите жить, если заболевший человек хочет жить искренне, если он убежден в этом, верните себе правильное питание, правильное
движение, и все вернется. Организм самой могучей химической фабрики. Он смодулирует любую необходимую для выздоровления химические препараты, организм оздоровит. Конечно, к этому еще нужно приложить определенные действия. Действия, усилия, да? А еще очень немаловажно, и никто практически не обращает на это внимания. Вот у Предиктора и у Петрова это написано, что Сталин предлагал довести рабочий день до 5 часов. Так вот, все вы, кто работает на каком-либо производстве, занимается любой деятельностью, вы 4 часа работаете на подъеме с удовольствием, с радостью и прочее. Потом начинается там перерыв, все, все. То есть фактически начинается стрессовая ситуация. А в этой стрессовой ситуации как раз вы и теряете здоровье. То есть факторов, которые приводят к нездоровью. Итак, исключить все эти факторы невозможно. Живот никто не отменял, да? Мы не можем, то есть, жить в пальмовых этих хижинах, пальмовыми листьями прикрыться. И вот необходимость, пока деньги еще никто не отменил, да, денежные отношения, то сегодня товаром стали и сами деньги, да, помните, товарно-денежные отношения, да, товар-деньги, сегодня деньги стали товаром. Сегодня товаром стала информация, давно когда-то тоже говорили, бойтесь того времени, когда товаром станет информация, да, то есть это мы пришли к этому. Мы пришли, и сегодня очень много технологий различных, которые, еще один фактор, которые направлены как раз вот на убиение. Да? Большого количества, выведения из строя большого количества людей. И этот фактор работает очень сильно. Таких технологий сегодня очень много. Я обычно называю, начиная от памперсов, да, и заканчивая генно-модифицированными продуктами или еще что-нибудь. Таких факторов много. И, ну вот, как это... А, извините, перебью, мне просто стало интересно. Вот вы сказали про памперсы. Можете рассказать об этом подробнее, просто даже об этом не думаю. Чем они вредны? Чем они вредны? Да. Смотрите, нас всегда, наверное, вот все техники, технологии, которые подрубают нас под корень, да, то есть основу, из-под нас, под корень нас подрубили, из-под нас выбили круговые танцы, да, вчера, помните, да, хоровод, как все ощущали себя в этом хороводе и как. То есть технично, технологично. Все это отправилось сначала на сцену, теперь и на сцене редки круговые танцы. Да? Это сила, это мощь, это вот. Из-под нас прям бьют под корень. А, что такое памперс? Да? Тепловой эффект. Наталья? Да. Нет, это мы говорим о технологиях убиения. Выбивания под корень. Ты, пожалуйста, без... Вот есть... Я как специалиста тебя хотела привлечь к этому вопросу. Для того, что есть вопрос, объяснить, чем вреден памперс. Вот для меня, вот та кроме вот этого теплового эффекта, кроме вот чисто физиологии, есть еще одна важная деталь про эти памперсы. И она, мне думается, совсем важна. Смотрите, надели на ребенка памперс. Вот когда человек родился, самый маленький, для него дело чести, чтобы у него под ним было все сухо. И дети плачут, долго призывая родителей к вниманию, чтобы они освободили его от этого, ну вот, постыдного действия, быть обмоченным. Да? И когда люди понимают это вовремя, то есть тогда они начинают высаживать ребеночка, да, когда он еще вот даже двигаться не может. И они требуют этого, они плачут, а многие, ой, да что ж плачет, у него, наверное, что-то там со здоровьем, животик пучит. Они просто приглашают нас, ну, подумать головой своей, да, почувствовать. И когда надели памперс, и они ответственно относятся вот к этому делу, чувство ответственности, чувство, как только памперс надели, все, нет этого чувства ответственности. Все хорошо, все нормально. Это, представляете, народ безответственный, инфантильный, да, который ничего, что называется, сразу, вот нет святого ничего. Вот сделать это просто так вот, это нормально. Потом, сегодня видите, как в аптеках просто и где продаются памперсы в специальных магазинах, с удивлением отмечаю, на сколько лет там рассчитаны памперсы. Это в 5-летнем возрасте в памперсах, ну это же... 25 килограмм, 3 класс. Да, 25 килограмм, 3 класс. Вот, 3 класс. Да, то есть это...
Нет, это ужас, конечно. Это вот постепенно, это да, самое главное. Итак, таких технологий... А потом будет после 70, а после 60. Да, да, это нормально. То есть, после 50. Ну, а сегодня уже есть такие памперсы, да, когда для тех, кто уже лежачий. Вот, ну, видите, как программки. А все нормально, да, все, вот, все будет хорошо. Нет, это страшно однозначно. Мы же вот с вами никто же писанными не хочет ходить, а писанным. И да. Ребенок не хочет, ребенок не описанным, не обтаканным, не хочет ходить. Да. Это однозначно. Вот, поэтому вот, вот в этом... Вот, я усматриваю вот в этом, вот, физиология, это там тоже есть опасности, много ее. И я думаю, как раз вот хотела сказать, да, об этом. Я просто бы хотела привести пример, что в Англии, где-то 200 лет тому назад, для того, чтобы, допустим, вот не было потомства в овечьих стадах, да, то этим барашкам специальные шерстяные штанишки делали, да, привязывали. Не штанишки, а мешочки. Ну, мешочки, да. Мешочки. Правильно, потому что мужские поступки органы, они теплую температуру не переносят. Да. Все, и, соответственно, есть, там все изначально начинает убиваться, поэтому... Конечно, во взрослом потом уже возрасте мы, ну, собственно, уроды рождаются, потому что там уже с детства нарушаются все эти процессы изначально. Вот, поэтому будьте внимательны, да? Будьте внимательны к этому, и те, кто... еще будут рожать детей вот возраст вот такой, да, что еще как это, вполне или только начинают входят в жизнь, поэтому на заметочку себе. И таких технологий на самом деле много, которые, и наша задача как раз для того, чтобы, ну вот это большие задачи по управлению вообще всякими процессами в обществе, социальными процессами, а мы вот вернемся немножко совсем к здоровью, да. Хотя это тоже, то есть оно как там, так и там работает в негативную сторону. Таких технологий разрабатывается много, внедряется нам это на ура. Мы берем это как хорошие какие-то, да, вещи, которые и внедряем их в жизнь, не задумываясь, к чему это может привести. А уж точно мы знаем, те, кто разрабатывают эти технологии, они думают наперед, да, на много поколений, как воздействовать так, чтобы через несколько поколений. Они ждут, они готовы ждать долго рождения через несколько поколений. И мы сегодня, ну, статистика говорит, что сегодня смертность превышает рождаемость, хотя статистика силится сказать, что сегодня ситуация немножко исправилась, демографическая ситуация. Но это вот относится к тому, что вот какие-то экономические рычаги были предприняты, а вот технологии, их никуда не убирают. Они все ширятся и ширятся и производят все больше и больше памперсов для того, чтобы под корень срубить. Итак, вернемся к управлению вот процессом пребывания во здравии. Как сохранить целостность вот при таких вот многих факторах, да, воздействия окружающей среды? И если она утрачена, как ее восстановить? В этом состоит вот то самое управление, то есть восстановить целостность суперсистемы и пребывать, вот, и поддерживать эту целостность для того, чтобы суперсистема, человек разумный, работала и служила, это тело служило как можно дольше, да, пользоваться этим инструментом замечательным, который дан нам, ну вот пока еще как вот, работают программки, что это временное владение, да, пока. И опять же, это программа. И это тоже разрушительная программа, что в 60 лет быть, ну, уже пожилым человеком – это нормально, 70, 80, 90 – это, ну, вот исключительный случай, 105 лет – это вообще исключение, да? У нас работают такие программки. И от того, что эти программки давлеют над нами, мы тоже старимся, потому что, ну, есть такая программка. Если совладать с этой программой, убрать ее, стереть, каким образом это можно стереть? Вот об этом мы подробненько говорим и начали говорить, и будем продолжать говорить на тренинге, который вот вне круглого стола, вне вот... То есть проводим такой вот семинарчик. Уже занимались сколько? 3 дня, да, уже у нас проходило. И будем продолжать. Дайте слово. Да, дайте слово. А
памперсах хочется сказать. Мы ходим без памперсов. Да. Вот она и хочет сказать. Да. Он. Он. Лукьян. Да, это Лукьян, это он. Вот. Ну и те, кто хотя бы как-то выстроил программки управления процессом пребывания во здравии, начиная от момента до зачатия, да, вот продукт этих программ, это радует, это радует. Когда мы мудреем, наконец-то обращаем внимание на то, что этим процессом нужно управлять, то тогда все складывается. Я прошу прощения за вот такую вот маленькую, да? Отступление. Да, отступление. Мы отдохнули немножко. Так, Нина поделится с нами, да? Я хотела... Поделится с нами в другое время, но там еще вот стучится Салават, да, к нам. Мы Салават начали немножко позже, можно ты тоже немножко позже начнешь? Хорошо? Сколько минут? Мы все к тебе придем. За 15 минут сейчас повторим, и они все ваши. 15 минут. Вот сами посмотрим, 15 минут, и вот все ваши. И через 15 минут мы занимаемся. Вот вам хватит? Нет, 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 мы еще часок. Ну давай тогда послушаем. Давайте тогда сейчас мы займемся чуть-чуть. Нет, Салават, можно мы через часок придем к тебе совсем танцевать? Надолго. Через часок. Да. Так, а ты поучаствуешь в беседе. У нас круглый стол. У нас еще ребята. У тебя много чего есть сказать. Нет, еще ребята в бане. Танцующие в бане. Нет, нет, там немного в бане. Там один-два в бане. Кто-то пошутил, послал их в баню. Они доверчивые и пошли. Честно. Они в бане не нашли. Так, ну, уже можно мы завершим, да, вот немножко, да, поговорим еще, чуть-чуть, да, определимся тут с программками. Можно? Да. А где Ульяночка? Понимаете, вот изначально давайте мы определяем, есть Творец, да, есть мы, которых создал Творец. Творец изначально у нас заложил творческий механизм самотворения. Понимаете? И здоровье человека – это прежде всего творческий процесс, а не труд. Это творческий процесс своего развития, эволюции. Если вы обратите его в труд, это будет та же самая работа, понимаете? И ничего со здоровьем у вас не будет. А? Нет, вот, а про, и про труд то же самое говорю, понимаете? А вот когда у вас идет творческий процесс, у вас идет энергия из себя, там совершенно другой энергетический подъем. И совершенно другая энергетика. Это первое. Второе. И сам труд на самосовершенствование, саморазвитие, самоэволюцию. Понимаете, здесь идет постоянно программа на саморазвитие. И чем вы становитесь старше, тем вы становитесь мудрее, и здоровье у вас, оно поправляется. Вот у меня мать 90 лет, она ничем не болеет, вы поняли, да? А? Понимаете, потому что механизм самотворения изначально включен и не сломан теми программами, о которых мы сейчас говорим. И поэтому здесь вот слова имеют огромную роль, по одной простой причине. Захотите трудиться, будете трудиться на своем здоровье, трудиться, и развитие не будет постоянно, простите, понимаете? А я должен... имею в виду, что человек одним хотением своим, этого мало, это постоянный процесс. Это есть процесс. Жизнь есть процесс развития, вот о чем я говорю. Человек останавливается, садится, у него все это, ну, прекрасно. Нет, труд — это более общее слово. Есть творческий труд, а есть труд... Нет, есть именно творческий. Жизнь... Поэтому вот, труд — это вот, правильное слово. Вот когда ваша жизнь превращается в творчество, да? Творческий. Вот именно жизнь как творчество, вы понимаете, да? В чем-то? В своем развитии, а? Ну, все правильно. То есть тогда идет самосовершенствование. Это программа на саморазвитие. Там тогда идет вот этот виток по спирали. Хорошо, если мы просто трудимся для поддержания своего здоровья, да, то здоровье вы все равно не получите. А мы поняли. То есть каждый определяет для себя сам, будет ли он творчеством подходить или он будет трудиться. Хорошо, мы оставим вот право за каждым. Еще тогда, вот в таком этом аспекте повернулся вопрос. Действительно, стоит понимать, что просто так здоровье не возвращается. Ну вот просто конечно, так. Конечно. Ведь человек приходит к тому, что сел, подумал наконец-то, ага.
вот вес не такой, как хотелось бы, там, ну вот, тяжелее ходить, действует на то, такое заболевание обнаружили, сякое. Для того, чтобы исправить, нужно что-то делать, начать. То есть нужно себя настроить на то, что нужно заниматься, правильно. А главное, надо сформировать образ в голове, потому что образ рождает форму. Ну, материя изменяется в соответствии с информацией. Вот, и если у нас в голове образ здорового человека, то мы должны понимать, что этот здоровый человек делает в жизни. То есть он же, в отличие от человека курящего, выпивающего и не занимающегося физкультурой вообще, у него просто другой график жизни. Например, если я вот привык в баню ходить каждую неделю, для меня это уже потребность. То есть, если я в понедельник, если я пропустил баню, например, один раз, мне в понедельник организм говорит: ты пропустил баню. Мне становится вот как бы не то что жалко, но мне уже вот мне уже организм говорит: на следующий день ты смотри, там все. Потому что это уже все. Организм человека мало того, что работает по-другому, сам человек действует по-другому в течение всего дня. Это нужно иметь в виду. Да нет, я не про зависимость говорю. Я спокойно пропускаю баню. Я говорю о том, что потребность как в здоровой еде, так же в здоровом сне, так же в здоровых действиях, она возникает, опять же, либо замещая старую негодную привычку. Ведь любая привычка, вот я раньше 24 года я курил сигареты, да? Когда я это, ну, избавился от этой привычки, конечно, выяснилось, что клетка открыта, что кроме страха внутри ничего не держит. Но тем не менее, эта привычка, это что? Все равно это была моя жизненная опора. Так или иначе, она была фальшивая, она была ненужная мне, но это было то, на что я опирался. Правильно? Когда я убрал, я хотел убрать ее, и мне было страшно, на что я завтра утром обопрусь, где будут эти клубы дыма, где будет что-то в руке, бессознательный страх. Так вот, любую опору нужно заменить на нужную нам. Для этого старую надо убрать, поставить новую. То есть, то, о чем мы говорили, убираем это старые программы, которые сокращают нашу жизнь. Как это сделать? Сделать шаг. План и действовать, конечно. Вот именно, когда вы включаете в себе программы своего самосовершенствования, вами никто не управляет. Вы сами управляете этим процессом. Тогда вами никто не управляет. Управляет только Творец, как вы говорите, силой. Ну, а мы об этом уже сказали. Да, вот про это мы говорим. И когда вы включите вот ваше самое, именно вот это, да, творчество, тогда там энергия творчества попрет, тогда подключается высшая сила. Вот. Все говорим об одном и том же, только вот немножко поэтому на вопрос, когда будет книга, я говорю, когда я научусь писать так, чтобы те, кто читает, могли и прочитать и между строк, и я бы точно была бы уверена, что все слова мои будут поняты именно так, как я хотела бы быть понятой, да, или как вот что-то, и нести ответственность за то, что человек правильно еще и использует это, да, применяя к себе, вот только тогда, ну это практически невозможно, потому что одни и те же слова, да, или разные слова, говорим об одном и том же, немножко разными словами и возникает. Поэтому будем говорить... То есть пока между строк много написано? Да, между строк, ой, сколько! Вот осталось строчки, осталось строчки только оформить. Итак, управлять-то вообще-то, вот было уже сказано, чем, да? Гиппократ сказал, озвучили слова. Итак, функциональное назначение нашего замечательного инструмента тела, да? Тело не только, как говорят, грубая материя, но и более тонкая материя. Мы знаем, что энергия, да, тонкий план, это материя особого вида, да? Тонкий план. Поэтому это тоже наше материальное тело. Итак, назначение нашего замечательного инструмента, как мы им пользуемся, чтобы получить какую-то пользу, чтобы быть в этой жизни эффективным, результативным, выполнить свое предназначение, чтобы совесть была чиста, да, и чтобы душа радовалась и развивалась вместе вот по этому ходу, да, и достигала
вот развивалась душа до той поры, что она достигла, что называется, вот той самой матрицы, судьба, которая называется, да, то есть дух, который, вместе с которым послана информация вообще, зачем мы здесь, суть нашего пребывания, задача нашего пребывания на планете Земля, донести до всех весть, с которой пришел, да, тогда со, весть, да, все будет спокойно. Донес весть, лови другую, да. Донес следующую весть, лови следующую, а не так, что одна и все, донес и ложись и помирай, да, я сделал все. Нет, всякий раз открывается новый какой-то этап, к которому нужно прийти, используя опять это же тело. И очень хочется, чтобы в этом теле как можно больше вести и принести, а не так одну сказал и все, я сказал все. Итак, для чего? Как, для чего мы используем свое тело? Для достижения чего? Каких задач? Задач, решение задач. Задач, решение. Как работает наша системка, да? Каким образом вот, как это, обеспечивается ее функционирование? Через какие параметры? Через что? Дыхание, едим, что еще делаем? Двигаемся, ну опять повторение, да? То есть еще раз повторить для себя. Все, что умеем. Значит, все это нужно делать. В том числе внутренние процессы, все, которые происходят, они нашим сознанием не контролируются, это бессознательные процессы. Подсознательные. Значит, бессознательные. Понимаете, все процессы, которые внутри, с одной стороны, да, то есть алгоритм задан Творцом, но помочь донести все, что необходимо для того, чтобы там все процессы шли нормально, вот это вот наша задача, да? Наша задача. Итак, наша задача поддержать суперсистему в рабочем состоянии. Правильно дышим, правильно питаемся, водички пьем, и воды 30 мл на килограмм массы в сутки, да? На сколько процентов мы из воды, настолько суточная потребность состоит вот из воды, да, понятное дело. И восстановить ее для того, чтобы все процессы, там, что... Ой, так много все, и микроэлементная база, и витамины, и аминокислоты, да, и микроорганизмы. Насколько мы состоим вот из всего этого, и вот эту важность нужно поддержать. И тогда биосистема, да, обменные процессы на клеточном уровне будут происходить ровно. Здесь же присутствует у нас энергия еще, да, говорят, ой, я обесточен, энергии нет, у меня депрессия, и я все обменные процессы затухли, и я буду все, только валяться, больше ничего не могу. То есть энергетическое наполняюсь. Одни процессы в теле идут с затратами энергии, другие происходят с выделением энергии. И вот на этом обменными процессами мы живем. Если все это поддерживать, управляться, значит, мы можем управлять, как это, давать возможность управиться там тем программам, выполнить нормально, поставлять им материальную, да, ресурс, материальную составляющую. Программка – это что программка? Это обработка информации уже, да, которая есть. Это... Итак, опять, все просто, да? Мы тут можем долго спорить, это творческий процесс, это сотворчество или это труд какой-то. Но потрудиться, налить себе стакан воды можно? Можно. Не трудиться, а с творчеством открыть. Вот так вот, с творчеством. А чем больше мы познаем, чем больше мы знаем информации о том, из чего мы состоим, и можем помочь себе в этом, вот в этом и есть управление процессом пребывания во здравии, да? Управились, дали все, что необходимо, составили программку, которая вот поддерживает в нас биологическую жизнь. Мы уже, то есть наш инструмент готов. Эмоции. От состояния наших эмоций зависит состояние всей нашей нервной системы, мы говорим, да? Кроме материальной подпитки, кроме того, что аминокислоты нужно дать, нужно еще вот, чтобы... вибрации были ровненькие, да? Чтобы не выходить из, как это, заданной нормы. Печень вибрирует, вибрирует, да? Селезенка вибрирует, толстый кишечник, перистальтика работает, вибрации есть. Что еще вибрирует? Сердце работает, кровь по сосудам идет, вибрации, все вибрации. То есть, ну, вот, все процессы в мироздании носят колебательный характер, да?
И вот поддерживать эти колебания в норме, зависит еще не только от материи, но и от эмоций. А как эмоции? Управлять эмоциями. Управлять нужно уже, ну, то есть не, как люди говорят, мне нужно успокоиться, да, когда уже вышел из себя. Мне нужно настроиться на рабочий лад, а эмоции никак не дают. Как еще мы говорим? Собраться с духом, да? Душу успокоить. Еще как мы говорим об этом? А? Сосредоточиться. То есть войти в вибрации свои каким-то образом вот в это нормальное русло, чтобы и печень работала с нормальными вибрациями, вся суперсистема колебалась вот в том самом режиме, режиме автосинхронизации, да, то есть все работало в норме. Что для этого нужно? Если мы уже вышли из себя, мы уже потеряли часть, да, часть энергии, часть той правильности нормы, которая задана изначально. Итак, самая главная задача – поесть что-нибудь, выпить того, что надо, вовремя, привнести в организм, сэмоционировать. Мы живые люди, не биороботы, мы всегда эмоционируем, но эмоции ровненькие. Да? Немножко порадоваться. Если радуемся сильно, зашкаливает, да, на радостях-то и помер, в сказках написано. Да? Поэтому вибрации, которые... И они положительные эмоции, но как, когда зашкаливают, или как бабушки говорили, не смейтесь слишком жидко, да, что-то плакать будете, так говорят, да? Поэтому, то есть наступает момент, когда все, пика достигаем, и все, и резко спад идет. И тогда все процессы в организме также затухают, да? И человек легко такой уходит вот туда, в состояние депрессии, просто вот по инерции уходит туда. Если нарисовать, а мы нарисуем, мы не будем, а если, да? Мы нарисуем. Смотрите, ось координат, такая привычная ось координат, да? И все наши вибрации, смотрите как, вот есть какой-то коридор, скажем так, нормы задан, да? Он больше нуля и имеет какую-то вот предельную. То есть это коридор, в котором все вибрации работают ровненько. Они имеют свой период, частоту. Один орган вот так, да, вибрирует, в другой укладывается вот несколько раз вот в один этот период, да, и так далее. Если человек ушел, говорят, в депрессию, да, у него вот эти вот вибрации могут быть, то есть когда-то зашкалили сюда, потом может быть спад и ушли вот сюда в минус, да, здесь у нас минус, а здесь вот плюс, да, как, вот, ну, как обычно, привычно рисуем. Так вот, допускать, что мы ушли вот сюда, ну, ноль еще как-то подняться можно, а в минус вот сюда вот уйти, из-за этого состояния мы не видим всех процессов, всех факторов окружающей среды. Мы все не можем принять правильного решения, и идет разлад в организме. Как только мы ушли вот сюда в минус, как тело себя ощущает? Правильно. Плечи опущены, углы, ну, глаза тоже грустные. Как только тело... Вот позу такую приняла, нарабатывает. В мозг идет команда, у нас все плохо. Идет, считывается информация с нашего тела. Все плохо. И гипоталамус, да, начинает нарабатывать кортизол. А кортизол — это то, что разрушает абсолютно. То есть деление клеточек не происходит, останавливается совсем. У нас клеточки либо развиваются, да, либо потом вот работа их спадает, они постепенно затухают, их деятельность. А такого, чтобы вот стояло ровно, такого нет. Мы либо... процесс регенерации происходит, либо вот он совсем не происходит. Кортизол останавливает деление клеточек, и все, и мы тогда... Печень не дополучила еще новые клеточки, какие-то органы недополучили, идет спад, идет разрушение. Когда в норме работает организм, тогда вот чувство радости, да, я как ощущаю, что мне радостно, я проснулся с улыбкой на лице, тогда мышцы вот так вот... идут в улыбки, вибрации, чуть легкая улыбка, говорят, или большая, широкая улыбка, ну, у кого как получается, да, или улыбнулся только одними глазами. То есть этого движения достаточно, чтобы гипофиз включился, и гормон роста нарабатывался, и нарабатываются тогда эндорфины. И для того, чтобы задать нормальные процессы в организме, даже если что-то случилось, приключилось, достаточно развернуть плечи,
сначала нарисовать улыбку, да? Мышцы. Мышцы только повести сюда. И команда приходит, что все в порядке. Все в порядке, и все начинает работать в норме. Мы усилием, не заставляем, а усилием возвращаем себя вот сюда. Говорят, проявить силу воли, да? Эмоции выровнять, и тогда все процессы вновь обретают нормальный характер. Мы управились с процессами, мы управляющие воздействия оказали на свой организм, да? Вот просто вот так. Поэтому сейчас, пожалуйста, выпрямитесь, поведите плечами. Так, да. Девочки, вот так, поведите плечами. Да, мальчики, просто расправьте, как касается Жень, обозначилась. А кто-нибудь, когда-нибудь использовал в своей жизни такой прием? Уже? Да. Конечно. Да, использовал. Да. А это состояние, да, тогда зашкаливают вообще, и опять идет разрушение. То есть вот сюда подниматься тоже опасно. Я уже сказала, в сказках это написано, да, на радостях-то и помер. Вот. А вот эту вот весь процесс, то есть обменные процессы, мы опустим это, поскольку мы говорим об управляющих воздействиях, а вот тоненько совсем все процессы, которые происходят в отделах мозга, на клеточном уровне, мы это опускаем. То есть всю эту работу, как гормоны работают, влияют, это подробненько, это продолжительный такой семинар, да, это в рамках круглого стола обсуждать мы это, ну, опустим. Мы о действиях говорим. Итак. Я по слову про два вида удовольствия, которые свойственны человеку. Вот вы описали сейчас правильное, то есть основное, то, что человеку нужно, это ровное состояние, когда у него все хорошо. Как бы когда человек вот лежит на пляжу, условно говоря, или там где-то закрыл глаза, ему хорошо, ветерок обдувает, и ничего ему вот в данный момент его не гнетет, он не должен никому, ничего нет. Вот такое состояние, в таком состоянии организм будет работать правильно, и все будет правильно. А есть состояние, когда вот прибежал первый 100 метров, и вот это состояние мгновенной пиковой радости, когда, ну, ура, я победил, все, да? И многие, в общем, в процессе жизни начинают гнаться именно за пиковыми состояниями, когда вот состояние радости возникает вот один раз за длинное время, проходит много времени, и вот он добился. Раз, он сейчас стал счастлив, тут же оно спало, нет. Он ищет нового, спорт. Да. Подчас люди, кстати, в наркотики увлекаются в ту сторону и в спиртное, потому что они ищут, один раз нашли, оно фиксируется, пошло, все, не может вылезти человек. Потому что не могут отделить вот состояние ровное от состояния пикового. Это можно понять даже на примере вот бытовой электротехники. Есть номинальный, ну, ток, на котором работает всегда без ущерба электротехника. А есть пиковое напряжение, которое возможно, но уже это предел, после которого, ну, техника выйдет из строя. И это же относится к психике. Люди вот так потренировали себя, а потом куда деваться, да? Быть в ровном состоянии, но не тогда, когда все равно, да? А это как пофигизм, это не для нас, да? А вот когда все ровно, ровно. Радуемся, да? И ровненько. А порадовались так втихушечку, да? Иногда можно бурно, но вот потом, уход вот туда возможен и довольно часто. И вот совсем просто оказывается, да, то есть управиться вот с массой. Эмоции ровненько зарождаются. Для того, чтобы эмоции не зашкаливали, не уходили у нас в теле, в нашем, есть много механизмов привести себя эмоции в ровное состояние. Об этом мы будем подробно на тренинге после танцев с Салаватом. Да? Мы уже несколько дней об этом говорили и продолжим там. То есть все просто, двигаемся правильно. Как правильно двигаться, сегодня много различных школ, да, которые есть. Каждый выбирает для себя какое-то движение, но важна система в этом движении. То есть утренняя зарядка просто, ну, желательно, не только желательно, но и обязательно. Если вот этот на подзарядку не поставишь, хочется куда-нибудь метнуть его, да? А если также вот, если не заряжен с утра, не зарядил себя энергиями, канальчики энергетические, меридианчики не вытянул, кровеносные сосуды, вот комфортненько им там не стало, вот скукоженный как спал, так и пошли действовать, так и пройдет весь день. То есть мы не вошли
не ввели в себя в состояние вот этой вот нормы, когда сердцебиение нормальное, когда пульс нормальный, когда давление в норме, когда эмоции ровненькие, когда позвоночник весь выставлен так, как должно, да? Мы не ввели все, дыхание не отработано, не поставлено, и побежали делать дела. Еще не проснулся, а уже какой запыханный, да? То есть вот уже уставший. И накапливается вот эта вот усталость, и люди с годами приходят к диагнозу, как называется, хроническая усталость, да? Когда утром просыпаются более уставшими, чем ложились вчера вечером. И вот эта опасность, да, много таких опасностей. Поэтому понимаем, что нет, у Бога нет других рук, кроме наших, да? То есть Богом-то дано, а поддержать это в рабочем состоянии – это наша задача. И если мы перекладываем ответственность на кого-то, да, кто якобы управляет нашим здоровьем, то и результат получаем такой. Поэтому, пожалуйста, берем ответственность за свое состояние на себя, да, и управляем процессом пребывания во здравии. Каждый для себя определяет норма. Давление вот такое. А пульс вот такой, да, для себя, для кого-то норма 105 на 65, да, а для кого-то 120 на 80, это вот для каждого организма отдельно. Температура тела, какие-то другие показатели, которые определяются и записываются в медицинской карте, пожалуйста, каждый отметьте для себя сам и поддерживаем себя в этом состоянии. Водички выпили, съели. Вот по поводу питания... Здесь много подводных камней. Да? Сегодня очень много информации о том, что сыроедение, моносыроедение и так далее, что это полезно. И всегда возникает у меня вопрос, а не подстава ли это? Да? А не подстава ли это? Поэтому будьте внимательны. Особенно для молодых касается. Если вы родили уже 5, там, 6 детей, да, можете переходить хоть на моносыроедение, хоть куда. Но пока вы не выносили, да, пока вот по всем законам бытия, которые есть, наполните всеми аминокислотами себя для того, чтобы комфортно было телу, которое вы вынашиваете для какого-то нового духа, который придет сюда, для новой души, которая придет сюда. Поэтому будьте внимательны с этим. Есть практика, есть опыт, когда ну просто вот как это внутриутробное голодание, да, у тех, кто перешли на моносыроедение. Поэтому будьте внимательны, будьте внимательны. Дай Бог, конечно, чтобы все обошлось, да, и бывает так иногда, когда запас в теле, мы же не сразу, мы не стали сразу, не родились. Мы, редко кто сегодня сразу с рождения, вот он сыроед, да, или вегетарианец, редко. Поэтому будьте внимательны, когда вынашиваете, особенно обратите внимание, это важно, задать тон, задать программки, потом он сам выберет, как он будет питаться, да. Для того, чтобы вот, поддерживать свою жизнь. Итак, выпили водички, да, 30 мл, съели достаточно... А, и очень будьте еще внимательны, нам говорят о кальции. Очень много техник, технологий, которые... И мы ведемся на это. Кальций, кальций, кальций. Когда организм как это по-русски, ну, помогите, закальцинирован, да, тогда... Тогда очень плохо, сосуды с хрупкими становятся. Избыточный кальций начинает искать, куда бы ему заизвестковываются многие вещи, сухожилия становятся, связки становятся жесткими, хрупкими, нарастают вот эти вот, как я называю, сталактиты, сталагмиты, да, в суставах во всех, и все, и начинается. В организме достаточно должно быть кремния. Помните, сколько... В организме кремния по отношению к кальцию. Соотношение какое, да? Если кальция там 2,7, по-моему, да, то кремния 20 и там, с копейками. То есть чего больше должно быть в организме? Кремния. А о кремнии никто, мало кто нам говорит. А Семенова говорит о кремнии, да, кремний, соль жизни, почитайте ее. Кремний. И вот есть у меня несколько, ну, такая одна в основном сильных в лаборатории работает, изучает, 10 лет проработала в
медэкспертом, да, в судебной медицине, и когда вскрывали, она с удивлением отмечала, что у людей эпифиз становится жидким. Там должен быть такой кристаллик, кремниевый кристаллик. Когда он становится жидким и как раз под воздействием кальция разрушается очень сильно и становится вот наполнен этой жидкостью. И помните, поговорка есть такая, да из тебя уже песок сыпется, да? А песок это кремний. То есть кремния вышло больше, да, чем мы его восполняем. И все, и человек старится очень быстро, стареет. Поэтому кремниевую водичку пьем, хвощ полевой собираем, его жуем, да, едим. А там кремния много. А? Молоко можно? Молоко, о питаниях мы сегодня не говорим, да, потому что не кальций, кремний нужно восстанавливать в организме. Кальций, он там ему на порядок меньше, да, то есть и внимание этому уделяем на порядок меньше. А кремний, это пшено, да, очень много, если говорить о кашах, кремний достаточно, топинамбуре много, да, вот надо его есть. Хвощ полевой собираем, водичку опускаем, там еще и органическое серебро. И много пользы вот такой для того, чтобы поддержать свою жизнь. Кремний. Кремний. Настаивать в холодной воде. Холодную воду, да? Воду опустили, да, и достаточно. Заваривает. Ну и чаек, можно так его есть вот живьем. Чаек можно заваривать. Сыр можно? Да, да. Мы о питании не говорим. Можно. Мы не говорим, можно, конечно, ешьте. Особенно... Просто каша идет. Кроме пшена, что стыква. Еще кремень? Тыквенные семечки. И сама тыква, и тыквенные семечки особенно сильно. Пшенная каша с тыквой вообще. Да. Я хотел бы вот в таком случае ваше мнение. Я слышал мнение, я не пришел к выводу просто. Я хотел бы убедиться, что вот молоко, оно придумано для того, чтобы детей скармливать. То есть чем человек старше, тем оно менее полезно. Вот там прозвучало так, как бы. И что полезно только, ну, продукты, которые, там, творог, как? Сыр, да. Вот такие, кисломолочные продукты. Смотрите, почему это возникла информация. С годами микрофлора – это важная составляющая часть нашего организма. Мы живем за счет микрофлоры, да? Наша иммунная система на 80% – это микроорганизмы в нашем организме. И когда говорят восстановление иммунной системы, там нужно иммунную систему, да, повысить иммунитет, нужно иметь эту микрофлору. Когда микрофлора выбита, тогда казеин, вот, который в молоке содержится, он просто не расщепляется. Нет микроорганизмов, которые бы... И тогда трагедия, да, с этим молоком в организме с возрастом, говорят, что нельзя. Поэтому говорят так. Если микрофлоры достаточно, и да, ешьте, пожалуйста, да, если нравится молочный продукт, да, ешьте его. Прошу прощения. Алло, немного позже, хорошо? Вот, и вот если указывать адреса, где брать эту микрофлору, вот эта микрофлора в достаточном количестве сейчас находится, у меня там есть всегда с собой, Курунга. Ребят, много продуктов различных. М-Курунга. Это вот как-то... близко, там уже пляшут, танцуют, да, тоже мне хочется пойти потанцевать очень. Вот. И если говорить о восстановлении целостности, а мы говорим об управлении, и для того, чтобы управиться, нужно восстановить целостность, найти способы, как восстановить целостность. Движение, дыхание, воды 30 мл на килограмм массы, кремний обязателен. Все остальные микроэлементы тоже важны, но они находятся в продуктах. Очень внимание ваше обращаю на такую замечательную ягоду, как жимолость. Да, жимолость – это органическое серебро, органическое золото, которое вот по-другому сегодня силится получить нанозолото, наносеребро. Но мы понимаем, что если в органическом виде, то усвоение идет, это очень полезно. Просто необходимо. Это вот вещи, которые просто дополните вот, всю информацию, которая у вас есть, еще вот этим немного и повысится. Итак, Курунга, вернемся к ней. Она есть в компании Арго, да?
Она есть во всех городах, крупных и некрупных тоже. Будьте внимательны. М-курунга. Это молочный продукт, бурятский кисломолочный напиток. Весь мир сегодня трудится над разработкой пробиотиков. У нас, как всегда, все есть. У нас в России это есть. И есть вот... И это не в качестве рекламы. Это... Я могла бы не говорить об этом вот в качестве рекламы, но это очень важная составляющая нашей целостности. И я знаю, где это есть. Поэтому возьмите и восстанавливайте свою целостность. Там 32 микроорганизма, 94 их штамма. Супер пробиотик. Компания Арго. И не для камеры. Да? Немножко не для камеры. Мой номер в Арго 740-246. Да? Если вы назовете его, вам дадут со скидочкой, если вы не собираетесь брать там много продукта. Да? Разовая такая покупка даст вам возможность. Это восстанавливает микрофлору и детей. Почему-то вот мы говорим о дисбактериозе детском, да? Как-то привыкли так говорить. А дисбактериоз взрослых забываем. А очень много диагнозов, сбоев вот в работе организма именно потому, что микрофлора просто погибла. Погибла от антибиотиков, да, которые против жизни. Погибла от того, что сэмоционировали не так, они мрут легионами. Ну, подумал что-нибудь не так, съел что-нибудь не то. Да? Ну и различным образом просто гибнут. Курунга работает, урезонивает сальмонеллу, стафилококк, стрептококк и золотистый в том числе, урезонивает лямблии и урезонивает всю тут мелкую микрофлору, которая считается патогенной, условно патогенной, когда кого-то стало больше. Ну и... чтобы управиться совсем уже, да, утреннюю зарядку уже сказали. Но, пожалуй, все. Способы, продукты питания выбираете сами для себя каждый. Потому что если сибирякам сказать, что, ну, когда говорят о раздельном питании, если сибирякам сказать, что пельмени есть, это опасно, да, неприемлемо. Ну, это, если чукче сказать, что мясо и на ночь есть нельзя, он помрет сразу. Потому что вся его... ферментативная база вся направлена на переваривание именно белковой пищи. И поэтому у всех, если татарам сказать, что это мясо в тесте, я забыла, как блюда различные, много у них. У них много блюд, именно вот тесто с мясом, да, и на пару приготовлены. Да, ну, засмею, да. Поэтому каждый выбирает для себя. Есть книжки о... по пользе раздельного питания, но есть книжки и о вреде раздельного питания, потому что веками складывалась вот такая вот культура питания. И мы к ней привыкли, адаптировались и живем нормально, если у нас все в порядке со всеми другими структурками. Некоторые говорят, если в организме все в порядке, можно переварить и гвозди, да? Вот. Но... такой человек, самолет съел. Вот. Поэтому каждый выбирает для себя. А вот общие вещи, задающие тон и работу всех наших систем, это вот витамины. Если говорить о курунге, это некоторые группы витаминов уже, продукт жизнедеятельности этих микроорганизмов в молочной среде, это уже и витамины. И они же, эти микроорганизмы, помогают из яблок, груши, винограда, всего того, что мы съели из овощей, они помогают это разнести и выделить витамины, да, произвести организму эти витамины внутри себя. Если нет микрофлоры, тогда мы, ну вот, зависли. Ну, это вот это то, о чем я знаю, и то, что уже стало опытом, практикой проживания многих людей по восстановлению целостности их, да, для того, чтобы управиться. И многие так и говорят, и что, Лена, и в этом случае курунга и вода. Говорю, курунга, вода, соль, да, присолиться, электролит в организме должен быть. Только при наличии электролита у нас все связи электрические работают, у нас тогда нервная системка работает нормально и передает всю информацию, все вибрации, которые мы получили из внешнего мира, только при наличии электролита в организме. Помните, да, если есть электролит, в сеть включил, вот это, да, и соль туда насыпал, вода закипит, да? А если для нас электролит – это соль и вода. На бессолевую диету человека посади, постепенно Альцгеймер, Паркинсон и как-то наш по-китайски
настигнет, да, потому что мозг перестает работать нормально без электролита. Будьте внимательны, немножко физиологию чуть-чуть поинтересуйтесь для себя поглубже чуть немного. И, ну, что еще? Целостность нарушает еще такая важная вещь, как паразиты. То есть это то, чего не должно быть в нашем организме. Если мы отвели и позволили им быть в нашем теле, то тоже много очень диагнозов. Есть много методик, систем очищения. Нина пыталась сказать, ушла. Она все это знает и едет. Ну, то есть, да, человек, она действительно очень информирован в этом плане и следит. Вот. То избавиться от паразитов. Если человек недоволен своими формами, слишком большой или слишком худой, да, тогда нужно подумать, найти способ продиагностироваться, найти методики, которые избавляют от паразитов. Это есть Семенова, есть в Москве Елисеева, есть по городам люди, которые занимаются очисткой этой. Говорю об этом, потому что сама этим тоже занимаюсь. Да? Есть Елена Борисовна. Вот, да, есть Елена Борисовна. Приглашайте, почистимся. И вот сегодня уже здесь у меня спрашивали, есть ли со мной приборчик, да, который помогает мне это сделать. Да, есть. И уже прям здесь вот есть Роман Шаталов, который, где он? В Вербилках. В Вербилках почистился от паразитов. И хороший результат по здоровью. Паразиты? Паразиты – это черви различные, да? Это круглые, плоские черви, это цепни различные, да? Собачий цепень, свиной цепень, бычий цепень, карликовый цепень. Много червей таких вот находится. И люди, которые уже прошли эту чистку, вот та методика, которая есть у меня, там результат очень видный. Это видно вот там, да, выходят. Причем очень часто во время диагностик различных цисты ленточного червя и эхинокока, есть такая информация в интернете, прям заснятое видео, посмотрите, да, наберите паразиты, посмотрите видео, когда вскрывают грудную клетку, сердце работающее, а на ней циста ленточного червя, да. Вот, поэтому это много. И на сегодняшний день действительно это, ну, если давно когда-то я помню, там годы 50-е, 60-е, вот как-то среди всего нашего народа каких-то таких вот, ну, обрюзших с большими было очень мало. В основном это были начальники каких-нибудь главков, трестов, да? То есть которые питались в основном мясом, и с мясом поступают вот эти вот паразиты в организм. А все остальные люди двигались, очень много зарядку делали, да, все и производственные по утрам, активный образ жизни, движение. Сегодня, когда гиподинамия много замучила, и паразитам комфортно жить в таком теле, мало двигающимся, неправильно питающимся и, ну, и так далее. Да? И в обезвоженном организме там тоже ситуации возникают. Кроме вот червей, есть еще патогенная микрофлора, которая может разгуляться очень сильно. Ну, перечислять чего там, да, всякие, многие известны. Стрептококки, стафилококки, хламидии. Рекомендации есть самостоятельно вывести. Питаться 4 раза в день семя льна, семя подорожника, белая глина и 3 часа прыгать на скакалке 4 дня подряд. Да, тогда вот это помогает избавиться. И где-то в Чебоксарах уже девчонки пробовали без приборчика, который вот есть у меня. То есть вибрацию нужно задать телу обязательно. Да, и тогда паразитам становится некомфортно в теле. Семя льна и семя подорожника, гель становится в организме, колонии простейших купируются, черви, наедаясь вот это вот, да, они им становятся, они их также раздувают, у нас в желудке это разбухает, и в них это также, и они просятся на выход, потому что некомфортно. И тогда ударная доза слабительного после второго и четвертого дня, и они все ушли. Более подробно я могу рассказать, ну вот как-то отдельно, там на тренинге, отдельно, подробненько. Это можно записать и можно, ну, при желании можно. У нас осталось еще. Нет, можно прямо здесь почиститься. У меня есть с собой приборчики. На
Как узнать, есть паразит или нет? Это если ожирение или... Нет, даже если человек в норме, это есть у всех людей. У всех людей. Понимаете, как яйца гельминтов попадают из почвы, из растений. Петрушечка, укропчик и другие растения огородные. Огороды чем удобряем? Да, большей частью этим коровьим пометом, да, и вместе с ним получаем, они в организме очень много механизмов, которые противодействуют этому, да, то есть не все яйца гельминтов, попадая в организм, станут взрослой особью, но когда, это тогда, когда мы в норме работаем, все органы, все органы, да, вибрируют и все звучат нормально, тогда паразиты, действительно, их нет. Но когда чуть мы ослабли, и мы сэмоционировали, съели что-нибудь не то, обезвоженный организм, опять же, тогда случаются ситуации, тогда из этих яиц гельминтов вызревают взрослые особи, и если их становится много, то это, ну, вот, не до высоких материй, да? Тогда не до жиру быть бы живу. И тогда все ситуации усложняются с организмом, диагнозы появляются, жить некоторым не хочется, ну и так далее. Депрессия, и человек не выполняет свое предназначение, а от этого совесть не на месте, душа плачет, и опять 25, и все с самого начала, и опять другие паразиты одолели, ну и все. Если организм молодой, внешне здоровый, и все системки работают нормально, это значит, иммунная система пока справляется. Вот со всеми этими ситуациями. И как только какой-то спад, да, энергетический стресс, то они начинают жить. Они именно живут на этих вибрациях. Помните, что-то я подробно стала, не собиралась подробно говорить об этом, но это очень важно на сегодняшний день особенно. Как-то уж так на планете Земля вибрации поменялись, и вот те вибрации, которые есть сегодня, они способствуют жизни паразитов. Видимо, Земля-матушка от нас, как от паразитов, избавляется. Угу. И вот эти вот программки, они работают. Поэтому это очень важный на сегодняшний день момент. Я знаю, что дети рожденные, они некоторые ищут, почему человек нездоров. Синюшное дыхание нет, не растет, то есть обменные процессы нарушены. И диагностика показывает, что либо хламидии иногда... уже взрослая особь аскоридины в том числе, да, и это разрушает. Продукт жизнедеятельности паразитов для нас токсины. И организм, дай бог справиться вот со всеми важными процессами обменными, которые... А тут приходится иммунной системе отвлекаться на борьбу, на вывод этих токсинов из организма. Да, поэтому программки дезинтоксикации, они очень важны. А если мы проводим, не отбавившись от паразитов, дезинтоксикацию, да, со шлаками боремся, из организма выводим, если не избавились от паразитов, мы вновь и вновь опять получаем то же самое. И человек говорит, вот временно стало легко, да, а потом опять 25. Поэтому вот сегодня много... Семенова давно об этом говорит, кричит, об этом много... книг сегодня, да, конец. Поэтому повнимательнее немножко к этому отнеситесь и ищите методы и способы. У меня я есть. Я хотел сказать, рассказать про силу обратной связи. Вот вы упомянули, что человек, по идее, здоровый человек не улыбается. Правильно? Так вот, нездоровый человек, он не может подчас себя заставить улыбнуться. И существует, ну, как, я не знаю, это действительно так, я, конечно, понял, но мнение, что в каких-то монастырях Востока даже лечили тем, что больной приходит, ему говорят, мы тебя вылечим, но не сейчас, ты должен месяц пожить у нас и улыбаться. Как я могу улыбаться в таком состоянии? Да, мне же, вы попробуйте, вы хотя бы как-нибудь. И он ходит сначала, ну, кривая улыбка, потом такая, а через месяц оказывается, что здоровье-то его уже... начинает идти на лад, потому что обратная связь, она действительно... Вы посмотрите, вот у человека, обратите внимание просто по сторонам, многие люди, как сказать, болезни, они же каким-то образом, ну, ощущаются в организме. И когда что-то с системой, например, двигательной случается, человек начинает там прихрамывать, щадить, то есть человек бессознательно начинает щадить то место, которое подверглось, ну... Атаки, да, скажем так. Ну, например, даже если человек вывихнул руку, и она у него долгое время болит, он начинает ее беречь, и она вместо того, чтобы восстановиться, она просто-напросто
еще в худшее состояние приходит. То есть то, чем не пользуется, оно выбрасывается. Ну, соответственно, если это иметь в виду, то если ну, что-то нужно сразу включать, как сказать, не противодействие, а если вас сгибает, вы разгибаетесь, ну, условно говоря, вы какое-то время представьте, что вы здоровый человек. И здоровый человек, я уже сегодня упоминал об этом, он по-другому живет. Вы составьте себе, вот представьте, если бы я был здоровый человек, как бы я завтра жил? Ну, то есть, что бы я сделал утром, что бы я сделал после обеда, что бы я сделал вечером? И попробуйте пожить так, как будто вы уже икс-комыч, и вы увидите, что вот та самая обратная связь, она сработает, и вы постепенно, ну, вы просто привыкнете к этой жизни, и организм вернет вам все здоровье, которое вы... Да, с благодарностью, именно так. И действительно, так оно и есть. Опыт, практика многих людей и собственный опыт говорит, боль из организма нужно выгнать еще большей болью. И если сломали копчик, да, то нужно пилить, поставив одну ногу на бревно и пилить дрова. Это, ну, конечно, это... Но через 5 дней все проходит, все устанавливается. И при этом еще улыбаться. Потихонечку, улыбаться. Вот именно довести. Не надо ломать вот прям как действительно, а просто довести до состояния. Ведь вот по большому счету, вот смотрите, что из себя вот организм представляет как тело, как механизм. Ну, у всех же он до определенного. Ну, голова, она двигается вот, ну, там, на столько-то градусов. Дальше ее вот просто по устройству не повернешь, потому что она сломается. То есть руки тоже двигаются, но ноги двигаются определенно. То есть у нас есть шарниры, которые ну, от сих и до сих работают. А в обыкновенной жизни мы вот много используем, но нет, мы в основном сидим вот так, стоим вот так, ну, едем на машине опять же так, и все, вот сидя, стоя или лежа. То есть вы попробуйте совершить вот там какое-нибудь вот такое движение, закинуть голову. Вы никогда так не делали, вам сразу станет трудно. На зарядку зато приходите. Ну, к примеру, да, это вот, потому что ваш организм имеет определенные возможности, которые мы используем вот настолько, не потому что мы не хотим их использовать, а потому что нам не пригождается это в обыкновенной жизни. Но в обыкновенной, в которой мы живем, вот, ну, а если мы немножко расширим вот эти границы, то есть просто позволим организму двигаться больше в разных направлениях, подумаем, вот моя рука, она вот до сюда может дотянуться, а до сюда, а вот до сюда, ну и вот-вот, а здесь вот уже болевое ощущение возникает, так, я вот здесь проглажу мышцу немножко. И ее дальше двину, остановлюсь, а завтра она уже двинется дальше. Механизм самих даже мышц организма устроен каким образом? Если вы давно не занимались и сегодня поиграете во что-нибудь, завтра у вас будут болеть мышцы, вернее, послезавтра. А потом ваши мышцы уже будут готовы к тому, чтобы выдержать еще повышенную нагрузку. Свойства организма. Все понятно. А теперь предлагается пойти и поработать. Конечно. И так, как всегда, вот там мне обычным образом у Салавата потанцевать. Учиться. Итак, всем спасибо, кто пришел. Если кому-то хоть чуть-чуть что-то оказалось полезным, я очень рада.